Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про топ-10 величайших бизнес-обломов. Это такие штуки, в результате которых люди влетели на бабло. На очень-очень большое бабло. Я уверен, что эти истории будут для вас полезны, потому что они сформируют более правильную, точную картину окружающего мира и тем самым позволят лучше в нем устроиться. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Когда я учился в старших классах школы и на первых курсах института, я часто пользовался сервисами кодек. Выглядело это следующим образом. Ты фотографировал себе на пленку, на фотоаппарат. Потом приносил эту пленку в специальный сервисный центр кодек, которых было очень много по городу. Выбирал, там был такой специальный столб с подсветкой, клал туда пленку. Она посвечивалась, ты выбирал, какие фотографии тебе нужно распечатать. В общем-то отдавал, и они тебе там, эту пленку, из этой пленки делали фотографии. То есть фактически кодек зарабатывал на постобработке пленки. То есть они создавали пленку, ее обрабатывали. И кодек был абсолютным лидером фотоиндустрии на протяжении всего 20 века. Они занимали 80% пленки. В 2012 году компания обанкротилась. И, в общем-то, на первый взгляд кажется, что в этом нет ничего странного, потому что никто из нас сейчас не пользуется пленкой. Мы все, все сейчас пользуемся цифрой. Эта история поучительно по другим критериям. Дело в том, что еще в 1975 году компания Кодек запатентовала первый цифровой фотоаппарат. Вдумайтесь в 1975 году. Я видел этот фотоаппарат выглядел он очень странно, потому что он записывал информацию не на жесткий диск, а на обычную кассету, аудиокассету. Ну как обычно, сейчас и таких кассет нет. Вот эта кассета с двумя дырками, которую карандашом наматываешь, вот такая кассета стояла на фотоаппарате, и он в цифре записывал информацию. Патент... Изобретение было в 1973 году, а в 1975 году они получили патент. Мы понимаем, что кодекс сейчас умер, потому что люди перестали пользоваться пленкой, а у них вся модель бизнеса была построена на, на, на постобработке пленки. Но почему они не начали пользоваться цифрой? Учитывая тот факт, что они самые первые придумали соответствующий фотоаппарат, учитывая тот факт, что они там на четверть века опередили всех остальных, по какого хера? Почему они не начали это делать? Тем, тем более мне непонятно, почему это они не начали делать в 90-х. Потому что в начале 90-х э, операционная прибыль компании Кодекс составляла порядка 10-15 миллиардов долларов в год. Это безумные деньги, гораздо больше, чем сейчас из-за инфляции. Но это было в начале 90-х, а уже в 2000-м, в конце 90-х, они получили операционную прибыль 1 миллиард, то есть в 10 раз меньше. А в 2010 году операционная прибыль была порядка 800 миллионов, еще в 10 раз больше. То есть на протяжении 20-25 лет чуваки сидят и наблюдают, как, в общем-то, их бизнес умирает. У них есть технология перехода на цифру, они это не делают. Ну, это, это кажется, апофеоз глупости. И, в общем-то, это и привело в конечном счете к тому, что компания Кодок умерла. Им было очень хорошо. Больше чем полвека они были фактически монополистами. Буквально несколько компаний было на рынке, которые предоставляли услуги производства пленки и постобработки пленки. Ну, прежде всего это Кодек и Фуджи, Фуджи фильм. Но в основном это был Кодек. Кодек был фактически монополист. И так завелось еще с начала века. Потому что еще в Российской империи, когда люди занимались фотографией, изначально это называлось кадокированием. Вы представляете? То есть бренд был настолько известный, и не было никаких конкурентов, что это называлось кадокированием. Не фотографированием, а кадокированием. В общем, им было очень хорошо. Они не хотели менять бизнес-модель по двум причинам. Ну, первая причина, во-первых, им было очень выгодно этим заниматься. То есть они комфортных 80% рынка, кучу денег, зачем зачем стремиться что-то менять, что и так очень хорошо работает, во-первых. Во-вторых, когда ситуация начала меняться, и, в общем-то, стало понятно, что нужно, надо что-то делать, надо искать какие-то новые ниши, надо переходить в цифру, это казалось, мягко выражая, совершенно невыгодно. Дело в том, что производство фотопленки, это там очень дорогой вход. Это очень дорогая технология, и для того, чтобы предпринимателю начать этот бизнес, ему нужно было очень-очень много инвестиций. А учитывая, что рынок уже поделен, то фактически вариантов не было. Поэтому кодек и держался на вершине очень долго. Но когда пошла цифра, когда люди начали, различные компании начали производить фотоаппараты, там совершенно другая ситуация, там дешевый вход. То есть ты можешь взять матрицу, придумать к ней какую-то коробку, все это Соединить как-то вместе, и у тебя на выходе получается какой-то какой фотогаджет. Но так как производителей очень много, очень многие люди начинают пытаться этим заниматься, то там безумная конкуренция при очень низкой маржинальности. Ну и поэтому получается хреновый бизнес. То есть у них там не было никакой конкуренции и просто сумасшедшая маржинальность. А если переходить на цифру, то тут огромная конкуренция и маржинальность очень маленькая. Но <coughs> в этой... В этой огромной конкуренции у всех появлялся шанс. Вот э, вы, наверное, слышали GoPro, да, такие самые известные экшен-камеры. Чувак фактически просто серфер был. Но э, он взял матрицу, он взял, сделал соответствующую коробку. Это недорого было. То есть вход очень дешевый был. И то, что он предложил, оказалось интересным востребованным. И сейчас это мега-мега успешный бизнес, многомиллиардный. Кодек не хотела в это лезть, потому что денег мало, конкуренции много, с одной стороны. С другой стороны, они привыкли на протяжении 100 лет быть на самом-на самом топе. И поэтому они наблюдали, как бизнес умирал, 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 и в конце концов компания банкротилась. Самое печальное, то что у них был вот этот цифровой фотоаппарат, но они не захотели его внедрять. Почему? А потому что вот представьте, 75 год, у нас там операционная прибыль 10-20 миллиардов долларов от того, что мы обрабатываем пленку. И тут мы приходим и сами начинаем говорить, а давайте пленку уберем, давайте будем заниматься фотоаппаратами. Вы понимаете, что для кодек это, ну, Unreal, потому что а производство пленки, да, это определенные реак схемы реактивы, определенная процедура И производство каких-то высокотехнологичных вещей там, на транзисторах и так далее Матриц для фотоаппаратов Это совершенно две разные технологии, они никак не связаны То есть им нужно отказаться от коровки, которая дает им очень много денег да, Дойной в пользу какой-то темы, в которой требуют сумасшедших инвестиций и общество к этому еще не готово. В общем, они зарезали эту идею, потому что она им показалась невыгодной. И в результате этого они потеряли все по итогу. Можно ли было э, ситуацию исправить? Можно ли как-то? Или это бесполезно, потому что у них только пленка и все никак? Я знаю, что точно можно потому что их конкурент Film выжил. За счет чего выжил Fuji? За счет диверсификации, за счет смены направлений. То есть, а если раньше они занимались только пленкой, проявкой пленки, то когда пришли веселые нулевые, веселые 90-е, они увидели, так же как и Кодек, увидели, что они умирают. И они поняли, что им, ну, они умрут, значит им нужно переходить в новые сферы и желательно чтобы было побольше сфер чтобы не хранить все яйца в одном лукошке они это сделали то есть фуджи фильм фуджи сейчас э, практически не занимается там, всякими реактивами связанными с пленками но они занимаются производством там, каких то пленок на э, защитных пленок на экраны мониторов компьютеров и они сейчас очень сильно занялись фармацевтикой то есть они постарались, вот, вот что поближе есть, окей, да, у нас хороший опыт там, с реактивами, там, с пленками, но эти пленки фото уже никому не нужны. Что мы можем делать? Ага, мы можем делать защитные пленки на мониторы. Давайте пробовать. Так, так денег не хватает, что будем делать дальше? Так, ну у нас есть ученые, которые разбираются в химреактивах, там, в проявителях. Что мы можем? Давайте фармацевтика. И вот так вот постепенно они смогли найти новые направления, их стало несколько, диверсификация. И тем самым Фуджи выжила. Фуджи не было банкротом, хотя Фуджи не было абсолютным лидером. А Кодек был абсолютным лидером, но они сидели, медленно наблюдали, как подыхают, и в конце концов они подохли. Вот такая вот печальная история. Чуваки, которые первые изобрели цифровой фотоаппарат, и у которых было бабла просто немерено, они все просрали, все потеряли. То есть представьте, у них было 10 миллиардов, 15 миллиардов в год операционная прибыль, а стало zero. Какой из этого можно сделать вывод? И я вижу два вывода. Во-первых, какой бы ты крутой не был, как бы тебе все не нравилось, то нужно всегда быть готовым к изменениям, потому что мир не стоит на месте, и если ты не двигаешься вперед, то тебя сносит, ну если ты не работаешь руками, то тебя течением сносит. Да? То есть тут такая ситуация, что нельзя чего-то достигнуть в бизнесе, в любой сфере, замереть и остаться там навсегда. И, в общем-то, весь опыт американский европейский показывает. То есть если раньше компании, которые попадали в топ-индекса, топ-100 компаний, допустим, в США, держались в этом индексе 30, 40, 50 и больше лет, то сейчас компании в среднем держатся 10-15 лет. Приходят новые свежие компании, старые умирают. И это такой бесконечный бесконечный процесс. И нужно это понимать, и нужно держать руку на пульсе, нужно быть готовым к изменениям, не нужно а, исходить из того, что вот если я победил, я все достиг, то все, я самый красавчик и всегда так будет. Не будет, потому что голодные со всех сторон они лезут на гору и они больше замотивированы. Поэтому <клёх> не надо почивать на лаврах, нужно быть откро открытым ко всему новому и и готовым к этим изменениям, и делать их. Кодек это не сделал, хотя было все для этого, и кодек умер. Это первый вывод. Второй вывод, который я вижу, это вот очередное подтверждение confirmation bias. Да? У нас есть такая вот иллюзия в мозгах. То есть мы, когда формируем себе какую-то картину мира, определенным образом, мы игнорируем старательно все, что против этой картины мира, и подтверждаем Замечаем только то, что соответствует этой картине мира. Ну, например, если вы верите, что черная кошка перебегает вам дорогу, и это каким-то проблемам, это к несчастью, то вы не заметите, если вы там, вам сегодня утром кошка дорогу перебежала, вы нашли 100 долларов. Вы не будете помнить, что, что типа, сегодня вы не будете связывать эти два события. Зато если вы там себе ногу сегодня поломаете а кошка вам там вчера перебежала дорогу, а вот вчера же она перебежала, я ждал. Это называется confirmation bias, то есть ошибка подтверждения. Вы замечаете только то, что соответствует вашей искусственной картине мира. И, кстати, в Китае черная дорога, когда дорогу перебегает, это к счастью. Соответственно, у китайцев оно работает в другом направлении. Перебежала чер... счастье, он ждет счастья, он видит счастье. А человек, у нас человек видит черную кошку, все, к несчастью, он ждет к несчастью. Это к вопросу о трансферинге реальности. Вы меня часто спрашиваете, ты чего ждешь, ты того и получишь. Не потому что оно так, а потому что ты так это воспринимаешь. Возвращаясь к кодеку. Чуваки почти четверть века видели, как компания умирает. Год за годом прибыль снижалась. Это не так же, что, знаете, за ночь случилось. У нас было 15 ярдов, и вдруг у нас стало 800 миллионов. Они каждый год видели, что подыхают. Почему? Почему не сделали? А потому что confirmation-based, потому что у них была комфортная позиция, зона комфорта, в которой они находились на протяжении почти целого века. И они видели кучу денег при стандартной бизнес-модели. Бизнес-модель-то хорошая, да, то есть мы продаем не фотоаппараты, мы продаем пост-услуги. Такая модель, допустим, у жилет, у бритвы. То есть сам станок дешевый, но, но станки, вернее, но лезвие к нему, они стоят денег. Есть компании, которые кофе продают. Сама кофемашина типа дешевая, но вот эти вот пимпочки, через которые туда втыкаешь и получаешь кофе, они кассеты, они стоят денег. То есть модель-то, в общем-то, хорошая, но просто она устарела, и чуваки видели, что она умирает. Но они не замечали то, что не хотели замечать, а замечали только то, что им было выгодно. То есть confirmation bias. Почему? Вот, потому что комфортно. Потому что они видят, ну вот у нас было 10 миллиардов, стал миллиард. Ну уже все очевидно, очевидно же. Но чуваки сидят и думают, ну не, ну фото, фотоуслуги, они не могут так быстро поменяться. Ну люди же привыкли к ним. Сколько фотоаппаратов продано? Не. Ну да, конечно, будет умирать. Ну, наверное, будет умирать лет 20-30. То есть они сами себя успокаивали. Они не замечали красные флажки, что все, чуваки, надо меняться. На... Надо... Они замечали только зелененькое. Ну вот, вот у нас столько точек, вот у людей столько фотоаппаратов, еще мало у кого есть интернет и компьютер. Ну вот, вот. И они вот этим вот, вот себя успокаивали, успокаивали. То есть, как та черная кошка. То есть, они замечали только то, что им хотелось замечать, то, что им выгодно и тепло, и комфортно. В результате жопа пришла. И компания умерла. И они все потеряли. Влет номер два. На очень большие деньги связан с пивом. В 70-х годах в США существовал такой бренд Шлиц пиво. Это был ведущий бренд, он уступал место только Будвайзер. Вот эти два, два бренда, Будвайзер и Шлиц, они занимали первое место по продажам во всех Соединенных Штатах. То есть огромное бабло. И все было хорошо, пока в 76-м году руководитель шлиц, директор, которого звали Роберт Юйхлейн Юй. Ну, что ж можно от Юя отжидать, да? В общем, он разродился гениальной идеей по поводу того, как увеличить прибыль. Ну, вы же понимаете, что цель любой коммерческой компании – это генерирование прибыли. Это смысл ее существования. И он решил генерировать прибыль за счет качества. Что он сделал? Он... Поменял ячмень дорогой на дешевую кукурузу при производстве этого пива. Он там поменял ряд закрепителей хими... а, ф... систему фер... ферментатирования на более дешевую, поменял на более дешевые там всякие закрепители, ну, все вот эти вот химикаты, и, и первое... ну, первые полгода действительно компания получила прибыль. Но за счет чего? За счет снижения расходной части. То есть бизнес он строится по принципу доход минус затраты, да? Соответственно, мы можем либо увеличить доход оборот продажи, либо мы можем снизить затратную часть. И он решил снизить затратную часть за счет удешевления компонентов и технологий. Ну, думая, что никто это не заметит. И естественно, люди привыкли к этому бренду пиво считалось хорошим, они его дальше покупали. И вот этот вот маховичок набрал инерцию, он работал. То есть первые полгода пошла прибыль. Но потом люди все больше и больше начали понимать, что <laughs> это какая-то дичь. Да? То есть они начали понимать, что это говно, откровенно. Пиво, стало действительно, пиво действительно стало говеным, потому что Потому что дешевый компонент. Во-первых, оно было мерзким на вкус. Во-вторых, оно совершенно ну, не могло храниться длительное время, в отличие от предыдущего. И в-третьих, у него на донышке начала образовываться мерзкая слизь, как на сопли, похоже. Естественно, люди быстро смекнули, что пиво уже не такое хорошее, как, каким оно было раньше. Они перестали его покупать. Компания обанкротилась. Чуваки потеряли все. Ведущая компания США производство алкогольных, ну, пива, да. Вы понимаете, что там. Я не поднимал статистику, сколько там они получали, э, ну, какое-то количество, думаю, миллиардов долларов они получали однозначно. Потому что пиво в США пьют очень много, а они с будвайзером делили первое место. Но чувак захотел денег, и чувак потерял все. Какой из этого вывод можно делать? Жадность порождает бедность. Не надо пытаться увеличивать свой, свой доход а, за счет создавания проблем остальным людям. Тем более в таком бизнесе, в котором все зависит от репутации, и в таком бизнесе, в котором все зависит от качества. То есть пива что много вокруг. Очень много. Вот я бывал в Штатах, заходишь в магазин нереально много пива. Вот вообще просто. Есть там прям сегменты в магазине, там чуть ли как не целая комната, и она заставлена каким-то сумасшедшим количеством этого пива, баночного пива очень много. Оно там идет рядами, просто стеллажами, очень много. То есть сумасшедшая конкуренция. И в условиях сумасшедшей конкуренции ты, дурачок, решил, что я сейчас умнее всех, да, что я типа... Я сейчас качество уменьшу, и за счет этого типа я там заработаю на, на этих дурачках. Ну и вот, жадность порождает бедность. Чувак все потерял Третья история связана с кинокомпанией 20 век Фокс и Джорджем Лукасом Режиссером который снял Всеми нами любимый э, Любимые звездные войны Да, да прибудет с вами сила друзья Этот фильм Ну сейчас я не знаю Один из наверное самых Величайших фильмов за всю историю Кинематографа принес он безумное количество бабла. Безумное количество бабла. И продолжает приносить, потому что снимают сиквелы, потому что продают сопутствующие товары. Прикол только в том, что компания 20, -й, 20 -й век Fox, она ничего с этого не получает. То есть они потеряли все это бабло, а там миллиарды. Ну, не знаю сколько, но точно сотни миллионов. Потому что же было снято много сиквелов. Потому что а, там чуть ли не каждое второе шоу там, в костюмах этих имперцев, там, а, в костюмах Дарта Вейдера. Ну, то есть это настолько популярная ниша стала, столько продается всего вокруг этого. Что, кажется, компания, которая а, пробашляла, грубо говоря, все это снимала, должна с этого получать сливки. Нет, сливки получает Лук, Джордж Лукас. Почему? Потому что, когда шли переговоры, в общем-то, компании понравилось это, это кино, и они предложили по контракту э, Лукасу полмиллиона долларов, 500 тысяч. А старина Джордж посмотрел на все это дело и говорит: Нет, ребята, мне говорит, не нужно 500, мне не нужно 500. Давайте, давайте по-скромному 150. Давайте по скромному 150. Но права на все сиквелы, если они там будут когда-то, принадлежат мне. Права на продажу всех сопутствующих товаров принадлежат мне. Ну и чуваки, которые от компании, они подумали, да ну, что нормально сэкономим, дурак, дурак режиссер, значит, фиг его поймешь, что у них там в голове у этих работников культуры, в общем-то, сэкономим 350 тысяч. Сэкономили 350 тысяч, потери гигантские. Сколько фильмов потом было снято, сколько всего продается, там целые Диснейленды там с этими звездными войнами открываются. И все, кто использует вот эту символику, шоу, кино, все башляют. Но башляют не 20 веку Фокс, а башляют Джорджа Лукаса. Понимаете? А какой из этого можно сделать вывод? Не спорь с Джорджем Лукасом. Нет, ну вывод какой? Не надо думать, что ты умнее всех. То есть, если тебе что-то непонятное, условия слишком сладкие, то что-то в этом не то. Бесплатный сыр только в мышеловке. Вот в чем фича. То есть если тебе человек говорит, да-да, не надо мне 350 тысяч долларов, то тебе нужно задуматься. Это же невыгодно. Это же невыгодно. Почему он это делает? Вот с моей точки зрения это невыгодно. И люди предпочитают думать, что а, он дебил, он дурак. Это неправильно. Если ты не понимаешь, почему он делает невыгодное действие, значит у тебя недостаток информации. А проще всего объяснить, что человек дурак. Да? Вот он, он идиот, и вот я умный, я бы так не сделал, а он так сделал. Мы постоянно попадаем в эту ловушку, когда начинают обсуждать любые вопросы, любые. И они нам непонятны. Там история, политика, вот дебил, надо было так-то, так-то. Да блин, люди не дураки. Если они сделали так-то и так-то, а не так, как говоришь ты, значит у них была какая-то логика. И если ты видишь, что тебе дают бесплатный сыр, то сынок надо надо напрячься и подумать, а почему он бесплатный, почему человек не хочет взять 350 тысяч. А Лукас красавчик, он отказался, э -э -э, говорит, не надо мне, говорит, полмиллиона, говорит, не надо. Давайте в скромные 150, но взамен э -э, все сиквелы мои, все права на сопутствующие мои. И миллионы, миллионы миллиарды. четвертая история связана с залетом Ричарда Брэнсона. Возможно, вы слышали компания Virgin. Этот персонаж достаточно известный. Он написал свою книгу, которая так и называется Virgin Девственность. Да? И, в общем-то, он часто и везде светится по многим вопросам. То есть это такой чувак, который в среде бизнесменов, миллиардеров, он в мире известный. И очень многие восхищаются его там достижениями. И там действительно есть очень-очень много всего, чему стоит у него по поучиться. Но я хочу немножко добавить э, дегтя в эту бочку меда. Дело в том, что Брэнсон, несмотря на то, что он такой опытный предприниматель, в 1999 году он влетел на охренительное бабло. Почему? Дело в том, что Virgin производила в свое время все, что только можно. В частности, в какой-то момент, в 90-х годах, они пытались производить Virgin колу и Virgin водку. Причем эти две штуки, они сочетались вместе. Ну, типа, мы колу сразу же под водку. Типа, покупая то и другое, две дешевле. Ну, типа, акции там и все такое. И, в общем-то, все шло более-более-менее неплохо. Они в основном продавались в Британии. Потом продажи на какое-то время затихли, а в 1999 году Брэнсон решил э, покорить Соединенные Штаты Америки. То есть он решил завести туда свою Кока-Колу в Соединенные Штаты Америки. Рынок колы в США, ну, поделен в основном между, ну, шипучки, да? Он в основном поделен между Пепси и Кока-Колой. Это два таких мастодонта, которые постоянно с друг другом там воюют, постоянно с друг другом прикалываются там всякие делают рекламные акции для того, чтобы унизить там соперника. Ну и, в общем-то, у людей это воспринимается даже где-то ну, с юмором, да, это прикольно. Что сделал Брэнсон? Он сделал очень агрессивный маркетинг. То есть, когда он начал продвигать свою колу, Virgin Cola, в Соединенных Штатах Америки, он выехал на танки и разбил, там была стена колы, а, ну, типа, поставили стену колы, и Брэнсон на танке, типа, Virgin Cola размазывает всю эту стену колы. Ну, типа, с понтом покажите, мы, мы покажем, как мы тут вас всех сделаем, разорвем и так далее. И это привело к тому, что кола договорилась а, с, со своей дистрибьюцией, договорилась со своими клиентами, ну, с крупными сетями, кому она поставляла свою продукцию, она им заплатила деньги, чтобы они только не брали Virgin к себе. И Брэнсон сдох, то есть он не смог конкурировать с колой. Какой вывод? Вывод такой, что если ты моська, то на слона лучше не гавкой. Ведь тут проблема-то в чем была? В том, что он недостаточно мощный. А он начал себя вести, как будто бы он прям вот. И еще одна пепси появилась, понимаете? То есть он не был достаточно мощным для того, чтобы выдержать удары такой мощной корпорации, как кола. Но при всем при этом он позволил себе очень агрессивно по отношению к ней высказываться и показывать своими действиями. Чуваки услышали и восприняли его ну, как возможного серьезного конкурента. То есть, заметьте, он не был серьезным конкурентом. Компания была маленькая, она только выходила на американский рынок. Но он заставил к себе привлечь внимание, как будто бы он очень мощный, очень сильный. И настолько он привлек к себе внимание, и настолько он стал раздражать, что Кола решил отнестись к нему серьезно. И если слон пошевелил одной ногой, то, естественно, моська разрывается на части. Вот то же самое произошло с Брэнсоном. Он не смог завести свою Колу в Соединенные Штаты, он потерял огромные деньги из-за того, что он вел себя агрессивно. Это не только ж в бизнесе, это, блин, не знаю, в джунглях, это во всех сферах проявляется. То есть, если ты недостаточно вырос, то, то нужно осторожно гавкать на всех окружающих. Особенно гавкать на таких мастодонтов, которые гораздо больше, чем ты. Дай бог, что тебя не заметят. Чаще всего не замечают. Но вот этой вот своей акцией, вот проехать танком по продукции мощного конкурента, он э, вызвал ненависть и привлек к себе внимание. То есть обычно моська, на нее никто не обращает внимания. Но это как бы, знаете, эта моська как будто бы взяла нож и порезала этого слона. И слон уже заметил. И он не смог оставить это просто так. Вот не надо раздражать. Если ты моська, не надо колоть мастодонта. Потому что мало не покажется. Еще одна плачевная история связана с конфетами, которые назывались AIDS. Конфеты производились в Соединенных Штатах Америки. Началось производство. Патент они получили, по-моему, в 1945 году. То есть, сразу после Второй мировой войны э, начали производить конфетки и продавать их в Соединенных Штатах. Конфетки непростые, конфетки с похудательным эффектом. Ну, то есть, там была какая-то субстанция, я уже не помню ее название. Жиросжигатель какой-то. Вернее, не жиросжигатель, а супрессор а аппетита. Да? То есть подавитель аппетита. Какой-то ну, какой медицинский препарат, не помню его название. И, в общем-то, эта тема была достаточно востребована. Эти конфеты нашли свою нишу и своего клиента. Они хорошо продавались, потому что вопрос избавления от жира, ну, вы понимаете, он всегда стоял актуально. Раньше, конечно, не так, как сейчас, но, тем не менее, всегда есть девушки, которые хотят похудеть. Есть люди с лишним весом, особенно в США. И все у них шло хорошо до 80-х годов. Дело в том, что AIDS на английском звучит так же, как СПИД. И если после войны СПИДа не было, ну, во всяком случае, в информационном пространстве, то в 80-х годах все вокруг начали говорить про СПИД, про AIDS. И, соответственно, эти конфеты, они стали выглядеть, ну, мягко выражаясь, очень странно. Потому что, во-первых, ты покупаешь себе СПИД, да, и кроме того, он тебе еще обещает, что ты быстро будешь терять вес и, и массу. В общем-то, то, что обычно и происходит у больных спидом. И вот эти два фактора в совокупности привели к тому, что ну, люди ста стали все меньше, 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 меньше покупать эти конфеты. Чуваки пришли к выводу, что надо что-то что менять очень поздно, в 87-м году или 88-м. Они решили сделать ребренд. Они просто поступили мега гениально. Они сделали ребренд Diet Aids. То есть раньше было просто спид, а теперь диета спид. Ну, если на русский переводить, да. И в конечном счете продажи упали настолько, что, ну, все, они закрылись. Банкротство. Какие из этого можно сделать выводы? Я делаю два вывода. Вывод первый. Ship happens. Это известная американская пословица «дерьмо случается». Она говорит о том, что как бы все хорошо ты не спланировал, иногда происходит какая-то непредвидимая случайность, которая создает проблемы. И ты с этим ничего не можешь поделать. Ну, бывает, дерьмо иногда происходит. К этому просто нужно быть готовым. Второй вывод. Если дерьмо случилось, не надо ждать, пока оно завоняется. Потому что эти чуваки, вот, ну вот, ты видишь уже все, в информационном пространстве есть, ну так сложилось, вот дерьмо случилось, все, вот у тебя конфеты называются спид, а сейчас спид начал ассоциироваться с чем-то мега отвратительным. Зачем ждать 8-7 лет для того, чтобы сделать ребренд? Когда и так уже понятно, что пахнет керосином. Ну хорошо, вы дождались 7-8 лет. Ну блин, это по тупости. Это же не ребренд. У вас был спид, стала э, диета спид, да, diet aids. Э, то есть не надо ждать, они фактически ждали в течение э, почти целого десятилетия, пока, пока сдохнут. То есть было понятно, что уже дерьмо случилось, надо его выносить, надо делать полностью ребренд, другое название, другую упаковку, надо делать. Но по-видимому, там тоже был вот этот вот confirmation bias, потому что чуваки привыкли к продажам, привыкли ко всему комфортному, которое было раньше. А тут им вдруг надо резко все переобуваться. Им кажется, блин, ну как, ну может быть, да ладно, да люди что у нас умные, они же не будут это воспринимать как, как связь какую-то. Будут. Люди вообще ни хрена не разумные. Люди абсолютно эмоциональные. Мы себя воспринимаем типа как разумные существа, у которых есть немножко эмоций. Так вот, это чушь. На самом деле мы абсолютно эмоциональные существа, у которых есть немножко логики. И надо из этого исходить. То есть они исходили из того, что в прокате не прокатило. Люди очень эмоциональны. Да, они понимали логика, что связи нет, что это конфеты, болезнь разная. Но эмоции им говорят фу-фу-фу. И они перестали покупать, и чуваки сдохли. Потому что, когда случилось дерьмо, они не вынесли его. Они сидели и ждали, пока оно завоняется это телефон, к которому мы с вами привыкшие. Но так было не всегда, потому что патент на телефон был зарегистрирован в 1876 году Александром Грэмом Беллом в Соединенных Штатах Америки. И, в общем-то, долгое время он считался создателем телефона, это немножко другая история, потому что в 2002 году э, пальму передали другому чуваку. Был другой чувак тоже в США, который на 5 лет раньше Белла подавал в патент заявку на регистрацию своего телефона, но у него не было денег, он отказался от этой идеи. В 2002 году Конгресс США признал, что не Белл был изобретателем. Но ну, не суть важно. Белл был тем чуваком, который получил патент, и он э, пришел в компанию Western Union. К э, Вильяму Ортону, руководитель Western Юниона был Вильям Ортон. Вы сейчас знаете Western Union как систему денежных переводов. <coughs> э, Western Union это очень древняя компания, на самом деле она была монополистом, основ то есть э, основным поставщиком телеграфных услуг в Соединенных Штатах Америки. То есть до того, как существовал телефон, э, <coughs> связь уже была, но она была телеграфная. То есть по всей стране стояли столбы, между столбами были натянуты провода, и по проводам шли сигналы, ну типа там импульсы, типа точки тире, допустим. Да, там. То есть телеграфное сообщение. То есть голосом люди не разговаривали, голосом это телефон, это вот только после Белла стало возможно. И вот представьте себе, этот чувак Белл, Александр Грэм Белл, он э, получает патент в 1976 году, и с этим патентом он куда, вы думаете, идет? Он идет в Western Union как монополиста телеграфных сообщений в Штатах. То есть это компания, которая одна. Она владеет всеми проводами на Соединенных Штатах. И Белл приходит и говорит, чувак, купи у меня, купи у меня патент. И будешь, и будешь владельцем ну, всей телефонной связи на всем континенте. А... Вильям Мортон говорит, я не вижу коммерческого применения, типа этой, этой игрушки. Ну, типа, херня твоя, это фигня, типа, мальчик, иди гуляй. Это вот, вот, вообще ни в какие ворота. Потому что такое впечатление, что Белл запатентовал это изобретение и создал его исключительно под нужды Western Union. Потому что Western Union вся страна уже в проводах. То есть им ничего не надо делать, у них уже вся структура создана. Им возьми этот патент, и все. И вместо пилик-пилик будут голоса. Ну, ну, ну настолько очевидно. Но Вильям Уортон включил жабу и сказал, мальчик, иди гуляй, мне... я не вижу коммерческого применения. Патент действовал 18 лет. Это значит, что в течение 18 лет никто без разрешения Белла не мог использовать эту технологию. Через два года, ну уже, уже через год, в общем-то, Вильям понял, что влетел очень конкретно, он пытался любыми способами отсудить себе разрешение использовать этот патент. Потратил на суды там, несколько миллионов долларов. Но был, было уже поздно, потому что он сказал Беллу, мальчик, <coughs> ты свободен. Мальчик сказал: Хорошо, ну, тогда я пойду сам. Белл это тот чувак, который создал компанию IT. &T. Это фактически долгое время монополист телефонной связи э, в северной америке не только в сша но и в канаде и <свят> никто его очень долго догнать не мог ну потому что они начали, они вынуждены были создавать свою собственную сеть свои собственные провода но это оказалось настолько удобно настолько кайфово что акции компании подорожали в сумасшедшее какое то количество раз то есть э, был период что акции компании в начале 20 века продавались, по-моему, по 1000 долларов. То есть это к вопросу о том, что вот приходит какая-то прорывная технология, и она сначала никому не известная, а потом она делает иксы, 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 иксы. А, чему, чему можно научиться на этой истории? А, выключать понты. Выключать понты и, в общем-то, на какой бы высокой должности позиции ты не сидел, нужно, нужно это делать с открытыми глазами. И нужно быть готовым к каким-либо изменениям. Получается, Вильям к ним не был готов, и он, они потеряли все. И, в общем-то, сейчас компания Western Union – во многих странах по-разному, но вот, по-моему, в США они в 2002 году перестали предоставлять услугу Телеграфа. Кому нахрен нужен Телеграф, когда сейчас есть интернет, да? когда есть e-mail? Это же ну, старая абсолютно технология, никому не нужна. То есть они были монополистами, они были миллионерами, они потеряли эту нишу. То есть они не смогли с одной темы перейти на другую. То же самое, что с кодеком было. Кодек не смог с пленки перейти на цифру. То же самое с Western Union. Они не смогли перейти... С э, телеграфа на телефон Хотя к ним пришел чувак И говорит, вот телефон, возьмите за три копейки Возьмите Нет, не будем И в кодеке была такая же ситуация Они придумали цифровой фотоаппарат В 76-м году, в 75-м Патент получили, и они не использовали Ни Вестер Юнион не использовал Ни кодек не использовал Свой шанс, и они просрали все Безумное бабло Что такое сейчас Вестер Юнион? Вестерн-юнион это только денежные переводы. Что будет дальше с вестерн-юнионом? В условиях новых технологий, крипто, да, когда есть такие штуки, как Ripple, нахер мне ваш вестерн-юнион? Нахер мне ваш вестерн-юнион? Я на кнопку нажму, за 2-3 копейки я могу какую угодно сумму отправить в Новую Зеландию или в США. Мне не нужно идти в этот ваш говеный вестерн-юнион, подписывать там какие-то бумаги, там хабатиться, тратить время, мне ничего. Western Union теряет и эту позицию. То есть компания, которая была мега-мега, монополист в США, только они могли этим заниматься, умирает. Скажите, кто-то из вас пользуется сейчас поисковиком Yahoo? Для меня этот вопрос интересный, потому что в конце 90-х годов я пользовался сервисом Yahoo, поисковиком. Этот сервис был, если не самый ведущий, то один из самых популярных в мире. Потом они уступили свое место Гуглу. Сейчас Гугл это царь и бог да, поиска. И, в общем-то, даже такие национальные сервисы, как, допустим, Байду или Яндекс, они копируют алгоритмы и систему работы Гугла. Гугл предложил то, чего не было у всех остальных, систему ранжирования. То есть, чем больше ссылок на страницу, соответственно, тем выше ранг этой страницы. То есть какая-то появилась система, с помощью которой можно было выбирать, что более интересно, что более важно, что менее. А до этого существовало просто там полотно, без, всякой, без всякого смысла. То есть куча-куча ссылок непонятных, что более ценное, что менее ценное, ну, бред. Но история не про то. Дело в том, что Yahoo начал гораздо раньше, чем Google. У них была куча бабла. И поэтому, когда у Гугла молодого начались проблемы с финансированием, они пришли в Яху и предложили купить себя. То есть для Яху сделали предложение купить Google. В 1998 году Яху могли купить Google за 1 миллион долларов. В 2002 году им повторно, знаете, как бы судьба, как бы она шла к Яху и говорила, сделай это, ты дурак, не сделал это первый раз, сделай второй раз. В 2002 году снова им пришли, сделали предложение уже за 5 миллионов долларов. И оба раза Яху отказывались, и в конце концов, ну, они потеряли рынок. То есть они как бы живые сейчас вроде бы, но по сравнению с тем, что было в 90-х, они дохлые. То есть формально сервис существует, какая-то там прибыль есть, но по сравнению с тем огромнейшим рынком, который сейчас захватил Google, это ничего не стоит. Фактически они сдохли. Какие можно сделать выводы? Ну, тут не все же так просто, да, потому что кто-то может сказать, на тот момент это было неизвестно, это было не очевидно. Потому что, допустим, была такая компания AOL, Америка Онлайн. А нет, этот пример плохой хороший пример с сервисом MySpace. Но я, наверное, его чуть, -чуть попозже расскажу в этом, в этом сюжете, но чуть попозже. Ну, то есть я к тому, что вот как с Фейсбуком, да, то есть не было очевидно, то есть, и с Гуглом не было очевидно. Да, есть какая-то крупная масштабная компания, к ней приходит, какие-то чуваки говорят, мы новая хорошая классная компания, купите нас за миллион. Да идите вы нахер. Ну вот так и вот было. Потом они приходят через 4 года, говорят, ну вот смотрите, мы работаем, у нас все классно, у нас растут продажи, обороты, купите нас за 5 миллионов. Они говорят, идите нахер. Сейчас кризис доткомов только прошел, ну эти компании никому не нужны. И... То есть будущее же никто не знает, да, чтобы точно сказать, что вот это да, а вот это вот нет. Но я бы какой сделал вывод? Если ты смотришь, что твоя компания, ну вот, вот у нас есть две компании, вот одна компания, она, она уже не показывает роста такого, какой был 5-10 лет назад. А есть другая компания, молодая, которая показывает рост, которая показывает операционную прибыль год за годом, как Google. Потому что Google в 1998 году это вот столько, а в 2002 году это вот столько. И ты видишь, что э, они масштабируют прибыль, они масштабируют операционный доход а твоя компания уже как бы не очень, то в этой ситуации нужно засунуть свое тщеславие в жопу, в общем-то, и посмотреть на вещи объективно. То есть, на мой взгляд, когда в 1998 году им отказали, это было, ну, объективно. Никто не знал, что там будет дальше. Куча сервисов, куча поисков. Приходят какие-то два студента из Стэнфорда, говорят, купите нас за миллион долларов. Кто вы такие, как вас зовут, непонятно. Но в 2002 году сервис 4 года просуществовал. Сервис показывает рост, сервис показывает востребованность. Надо было покупать. Надо было засунуть тщеславие себе в задницу и посмотреть, что да, наш сервис, он не показывает сейчас динамику роста, а их показывает. Значит, их надо было покупать. Если бы они это сделали, Google это фактически триллионная компания, полтриллиона триллион. А можно было это купить за миллион, ну за 5 миллионов. Это была бы хорошая сделка, а так все просрано. Есть такой известный, известное такое кино «Инопланетянин», да, который снял Спилберг. В 1981 году компания Universal, кинокомпания, которая занималась в общем -то, съемками этого фильма, она пыталась заработать деньги ну, по различным направлениям из своего продукта. Есть такая штука, как плейсмент. Да? Это когда, ну вот вы смотрите, вы смотрите какой-то сюжет, а чувак там, допустим, пьет чай или кофе. Но только это кофе не какое-то левое, а кофе рекламодателя. И это называется placement. То есть рекламодатель заплатил бабулес, чтобы его продукция засветилась в этом кино. Ну, например, так может быть с производителем BMW или там Mercedes в каком-нибудь кино про агента 007. То есть компаниям предлагают, предлагают там BMW, Mercedes, типа давайте наш суперагент вашей крутой тачки, потому что это продвижение продукта. И за это можно взять бабулес. Можно ничего не взять, а можно взять. Поэтому любая компания, Universal это коммерческая компания, она заинтересована в прибыли. И в том кино был такой момент, где мальчик пытается заманить этого инопланетянина, разбрасывая маленькие конфетки. И эти конфетки были похожи на да, компании Mars. Поэтому компания Universal обратилась в компанию Mars с предложением ну, выкупить эту услугу. То есть они, они бы разбросали ММДМС, и это было бы хорошей рекламой для компании Марс. Потому что фильм Спилберга, Universal, такой кассовый и все такое прочее. Но только Марс отказалась. Ну, типа, нахер надо и все такое. Тогда Universal обратилась к маленькой компании, малоизвестной, Хершис, по-моему, она называлась. У них были похожие маленькие конфетки, которые назывались Reese's Pieces. И те чуваки согласились на условия Universal. Вы, наверное, уже догадываетесь, какие были последствия этих решений. А операционная прибыль компании Херши она выросла в три раза. Вы представляете? То есть они подняли оборот там в три раза. Потому что люди, когда посмотрели это кино, кино было прикольное, классное, кино доброе, кино детское кино, в котором э, по-доброму рекламируются вот, вот, эти вот, вот эти вот конфетки. Вот эти вот конфетки к этой компании Херши, которые назывались Рис и Потом они запустили еще рекламную кампанию, там лучшие конфеты типа для инопланетянина и все такое прочее. И они смогли многократно, ну в три раза они увеличили свою прибыль. Э, правильно ли было решение ММДЭНС? Конечно же нет. Э, ну, компания Марс продукт ММДЭМС? Конечно же нет. Что в такой ситуации можно сделать? В такой ситуации можно посоветовать не быть таким предвзятым и заносчивым. Опять-таки нужно быть открытым, открытым ко всему новому. Вот красная линия в сегодняшнем сюжете, вы видите эту мысль, что нельзя почивать на лаврах. Если ты чего-то достиг, это значит, что тебе нужно больше прилагать усилий, потому что вокруг голодные, они все конкурируют с тобой и у них больше мотивации, чем у тебя. Но, как правило, человек, который уже забрался на лавры, компания, которая стала там монополистом, которая очень крупная, крутая, они так слегка пренебрежительно смотрят, да нахер нам мы так крутые, да нахер вы не так крутые. Крутые, Western Union крутые, обосрались, Кодок сдохла, Марс обосралась. Почему? Потому что они думали, что они самые крутые и им ничего не нужно. Девятая история. Социальные сети. Facebook и MySpace. Сейчас многие из вас, возможно, смотрели кино про Facebook. И все думают, блин, да почему же? Это же было так очевидно. Социальные сети. Да, если бы меня вернуться в то время, да я бы, я бы сделал социальную сеть, я бы всех порвал. Нифига подобного. Ничего не бывает так очевидно. Это вам сейчас очевидно, потому что вы уже знаете, как сложилось, и вы знаете победителя, вы знаете чемпиона. Но что там было на самом деле в тот момент, никому не было понятно. Facebook ни хрена не первая социальная сеть. До Facebook существовало очень много прототипов социальных сетей. Очень много. Я даже не помню, там Friendster была такая социальная сеть, потом LinkedIn. В общем-то, тоже социальная сеть, она была создана раньше, чем Facebook. Очень-очень много было социальных сетей, и, в общем-то, технология, интернет подводила к тому, что такой сервис должен появиться. И, в общем-то, появился MySpace. И MySpace, ну, это классическая социальная сеть. Там были профили, там можно было общаться, все дела. Она появилась раньше, чем Facebook. Она появилась, по-моему, в 2003 году. И за несколько лет они раскачались до 100 миллионов пользователей. Что круто. Ну, учитывая, что в интернете не было столько людей, как сейчас, сервис новый, непонятный. То есть у них все пошло. Это первая социальная сеть в современном понимании MySpace. У них куча пользователей. Что же случилось? Почему MySpace сейчас никто не пользуется? Знаете, MySpace, наверное, это как как Одноклассники и ВКонтакте. Хотя сейчас, наверное, и ВКонтактом уже почти никто не пользуется. Видите, все меняется. Но смысл в чем? То есть вот MySpace раньше возникла социальная сеть, но они не стали крутые. Ну, то есть они, они сдохли в конечном счете. И тут для нас есть очень полезный опыт, почему это произошло. Дело в том, что MySpace были помешаны на монетизации. То есть они были их очень парил вопрос, как они смогут зарабатывать. Поэтому они заключили контракт с Гуглом и начали везде пихать рекламу у себя ну, в сети в MySpace. Соответственно, вы заходите на свой аккаунт и вам там постоянно вас спамят рекламой. А у Facebook этого не было. Facebook не, не парился так на монетизации, как парились в MySpace. В результате MySpace ну, потеряли все потому что мне некомфортно. Вот я захожу, и куча этой рекламы, она меня раздражает. Она меня раздражает, да ну вас нахер, пойду-ка я лучше фейсбуком пользоваться. Тем более там, там не то, что рекламы нет. Там, в общем-то, Facebook вначале это была молодежная студенческая сеть, потом они разрешили там всем, всем, кому не лень, всем желающим. То есть там нет рекламы, там куча людей, там вся движуха, там более дружелюбно, там лучший интерфейс. Но самое главное, с чего пошло раздражение, это с рекламы. То есть чуваки до того, как они вырастили дерево, они начали рубить с него яблоки, понимаете? Они все потеряли. Людям не нравится вот эта вот навязчивая монетизация, и они ушли в тот сервис, где этой монетизации не было. Какой из этого можно сделать вывод? А, жадность фраера погубит. Да? То есть не надо раньше времени. То есть прежде чем снимать сливки с какого-то проекта, Нужно сделать его бесплатным, нужно позаботиться о качестве, нужно привлечь людей, нужно что-то дать, прежде чем требовать взамен. Нужно что-то дать. Чуваки решили, что вот мы сделаем площадку и все, будем сразу брать. Так не работает. Ну и, в общем-то, вся современная индустрия это показала. Facebook это сейчас номер один в мире. Скоро эта компания, возможно, вообще станет чем-то типа банка, потому что они собираются свою либру выпускать, а либра это фактически альтернатива доллару США, только крипто, цифровой, цифровой актив, который будет регулироваться э, комиссией по ценным бумагам и биржам, который будет Федеральным резервом регулироваться. Фактически это американский доллар только цифровой. А, Но ну, все это будет происходить через Facebook, через мессенджер, э, WhatsApp, и, соответственно, Цукерберг станет еще богаче. Ну, дело не в этом. Дело в том, что жадность фраера сгубила. Не думая о деньгах, сначала думая о людях, сначала думая о клиентах. В поисках клеща, пусоны. Прежде чем я расскажу про десятую историю, она в некотором роде одна из моих самых таких любимых. Я предлагаю вам подписаться на мою авторскую телеграм-рассылку Fit for Life. Рядом со мной вы видите инструкцию, как это сделать. В общем-то, сначала нужно скачать мобильное приложение Telegram, открыть его и в строке поиска набрать одним словом Fit for Life.ru. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы будете абсолютно бесплатно получать кучу всякой разной полезной информации. Я туда выкладываю все. То есть все видосы со всех разных каналов, где я выпускаю статьи, которые я пишу. В общем, все в одном месте. Если вам интересно, пожалуйста. Это печальная история. На ней... Люди потеряли, сложно оценить, я не знаю всех цифр, я думаю, где-то миллиардов 200 долларов они на этом потеряли, как минимум, как минимум. Это только то, что я так сходу немножко знаю, потому что состояние Билла Гейса там 150 ярдов, так это его личное состояние, там же еще корпоративные деньги, там же еще работники, то есть э, может быть там и триллион, за триллион. О чем речь? Речь идет о персональных компьютерах и программное обеспечение для персональных компьютеров. Раньше основным лидером на рынке компьютеров была компания IBM. И, собственно, Билл Гейтс был таким мальчиком на побегушках, к которому обратились для того, чтобы он написал язык, и операционную программу для работы на компьютерах IBM. Я рассказывал эту историю. В какой-то момент IBM решили делать персональные компьютеры. Раньше они делали только компьютеры крупные там, для э, военных, для промышленности. И вот они увидели, что технология созрела для того, чтобы делать компьютеры персональные, маленькие. И они решили делать их типа конструкторов. Да? То есть когда ты там можешь собрать компьютер, вы эту систему уже знаете. Сейчас все пользуются плюс-минус такой системой. Вот эту идею придумали IBM. Но им нужна была операционная программа и язык для того, чтобы все это железо заработало. Они обратились в компанию Microsoft к Биллу Гейтсу. В чем прикол? Прикол в том, что у Билла Гейтса этого не было. Ну ладно, то такое. Он взял у других, сказал, что есть, взял у других. Момент переговоров просто шикарнейший. Момент переговоров, который произошел во Флориде. И в, это был ключевой момент, когда IBM потеряла свои позиции как ведущая компании по ну, связанной с программным обеспечением, с компьютерами и так далее. Как это произошло? <coughs> Билл Гейтс <coughs> на тот момент уже понимал, что у него есть язык basic, и у него есть. MS-DOS. но она не MS-DOS называлась, ну, как дисковая операционная система была какая-то. И чуваки из IBM понимали, что им нужно это. Поэтому, когда они начали переговоры, один из чуваков от IBM, который хорошо относился к Биллу Гейтсу, он к нему подошел и говорит и сказал: Парниш, Ты не стесняйся. У нас бабло есть. Если надо, миллион, озвучивай, миллион, мы заплатим миллион. А Билл Гейтс. Поступил круче. Билл Гейтс попросил 400 тысяч, но с одним условием. Он сказал, он сказал как? Вообще не так он сказал. Он сказал, давайте за язык Basic вы мне дадите 400 тысяч, а операционную систему я вам дам бесплатно. Но, то есть предложили ему, можно было взять миллион, он сказал, мне не нужен миллион, я вам операционную систему дам бесплатно, а язык всего лишь за 400 тысяч. Но взамен вы мне будете платить по одному доллару с каждого вашего компьютера всего лишь один доллар, на который будет установлена моя операционная система. Она бесплатна, но по доллару всего лишь. И вы мне позволите продавать это программное обеспечение, мое программное обеспечение, ну, любым другим компаниям. И чуваки поплыли, и опять это ровно, понимаете, это ровно та же самая ситуация, как со звездными войнами. То есть они подумали, вот дурак! Вот эти вот гики, да, фанатики, компьютерщики тупоголовые. Вместо того, что взять миллион, он берет 400 тысяч, вот дурачок. Они подумали, что они умнее, чем он. И они согласились. И в этот момент компания IBM умерла. Фактически. Да, она жива еще. Да, конечно, там у них есть какая-то прибыль. Но Microsoft сотни сотни миллиардов сделала. И эти деньги, если бы тогда IBM не согласилась, они принадлежали бы им, потому что они заказали, они платили. Если бы они сказали нет другим нельзя, мы обладаем правами, только мы продаем эту операционную систему. Билл Гейтс стал самым богатым человеком на планете от продажи этой операционной системы сторонним фирмам. У него получается машинка по печатанию денег возникла. Всем нужны, нужна была операционная система Windows, все ее покупали. ну Операционной системы от Microsoft, которые они производили И все это было заложено на вот тех вот переговорах То есть чуваки от IBM, они решили, что они самые умные Ага, и они согласились на его условия вы Понимаете, как все хитро сделано? Это вот как со Звездными войнами Да нет, не надо, давайте мне поменьше денег Ну, потом, зато вы мне дадите права на использование э, этого кино На сопутствующие товары или на сиквелы ну хорошо, раз ты такой дурачок, вот на тебе. И с, с Биллом Гейтсом и IBM была ровно такая же ситуация. Ему предлагают миллион, чувак говорит, да не надо, я вам бесплатно дам, операционную систему вам дам бесплатно, ну а за язык всего лишь 400 тысяч, Ни, ничего не надо, ребят, кроме дать возможности потом масштабироваться. И из этого вы можете сделать несколько полезных выводов. Ну, во-первых... Вывод с точки зрения, как защищаться от таких ситуаций, да, то есть, если вы что-то не понимаете, условия вам кажутся слишком сладкие, бесплатный сыр, тот сыр только в мышеловке. Что-то от вас хотят. Не нужно думать, что те люди тупые. Если они делают такие странные, непонятные вам вещи, это, это, это красный флажок. Нужно остановиться и задуматься, почему. Это первое. Ну а если вы на стороне, на стороне выгодоприобретателя, то вы понимаете, что. Лучше во время переговоров думать не о сейминутной выгоде здесь и сейчас, а подумать о будущем. Потому что Лукас тогда подумал о будущем, а не о том, чтобы урвать побольше денег здесь и сейчас. И Билл Гейтс подумал о будущем, а не о том, чтобы здесь и сейчас разуть IBM. И они оказались в дамках. Что ж, друзья, уверен, эта информация будет для вас полезна. Подписывайтесь на канал, также можете посмотреть мою свежую... А нет, ее нет, она через неделю появится. В общем, подписывайтесь на мой канал Рептилоид TV, там я выкладываю а, периодически свежую, свежую шизофрению, возможно, вам будет интересно. У меня все, спасибо за ваше внимание, желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!